Дед Мороз наградил победителя онлайн-марафона «Готовность-21» в Вологде. Сертификат на 10 тысяч рублей от генерального спонсора магазина «Идеи для дома» получила учитель русского языка и литературы школы номер 11 Ирина Литовальцева. Мэр Вологды Сергей Воропанов вместе с зимним волшебником поздравил победителя. То, что вы приняли участие в этом конкурсе, это просто прекрасно. Я думаю, что приз вполне заслуженный. Это сертификат на 10 тысяч рублей от магазина «Идеи для дома». Новогодний онлайн-марафон «Готовность-21» стартовал 11 декабря в группе «Вологда РФ» в социальной сети. Ежедневно выходили ролики с заданиями от Деда Мороза. Участники украшали подъезды, поздравляли близких, составляли план на новогодние каникулы. В конце нужно было обязательно поделиться фотоотчетами на своих страницах. Я хочу сказать, что вологжане на самом деле молодцы. Ведь 2700 участников у конкурса. Центральный ролик просмотрело 102 тысячи человек. А вообще все ролики, если брать вместе, 1 300 000 просмотров. Ну, это вот просто прелесть. Но ведь главное не цифры, правда? Главное, что в Вологде стали быть украшены подъезды, дома, сколько снеговиков появилось. Замечательно. Обладателя главного приза определил генератор случайных чисел. Учитель школы номер 11 Ирина Литовальцева выполнила все задания марафона. При этом самым неожиданным для нее стало написание письма Деду Морозу. Мне скинула пост подруга о том, что будет проходить этот марафон. И так как я хотела заранее поучаствовать в чем-нибудь подобном, я хотела сделать себе адвент-календарь, но ничего не успела, поэтому подобный вариант мне очень понравился, и я решила принять участие. Главное то, что я принимала участие и что-то делала для себя, и принимала себе настроение. А подарок этот я потрачу. Вообще мы сделали ремонт с мужем недавно, нам нужны новые стулья на кухню, поэтому на дело пойдет обязательно. После награждения состоялась церемония зажжения огней на главной еле города на площади Революции. Обратный отсчет вместе с Дедом Морозом запустил мэр Вологды Сергей Воропанов. 5, 4, 3, 2, 1. Елочка горит! Опа! В этом году неплохо поработали. Да, год непростой, да, год тяжелый. Но, тем не менее, мы строили детские сады, ремонтировали дороги. Мы выполняли поручения президента, поэтому мы совместными усилиями справились. И пусть все плохое, что было в этом году, останется. И в Новый год мы возьмем только самое лучшее, только самое хорошее. Я хочу пожелать здоровья, успехов, чтобы родные и близкие были всегда рядом с вами. Цените время, проведенное со своими родными. Это очень важно и очень нужно. С наступающим Новым годом, дорогие вологжане! Добавим, что марафон организовала дирекция концертно-зрелищных представлений и праздников города и информационно-издательский центр «Вологда Портал». Павел Антонян, Михаил Протасов, Вологда РФ.